Действуй. Что там? Что там? Хорошо, что сделали так. Получше. Это хорошо, конечно. Жди никого еще. О, мы ее, я так понимаю, просто на что? На внешний вид? Ну, да, внешность посмотрим. Уговорил меня, говорит, давай, у тебя, говорит, мультиварка говно, бери скороварку. Я говорю, а в чем разница? А ты увидишь. И мы взяли, потому что... Машина без трубы. Да. Не, ну вообще я почитал, действительно, скороварка под давлением готовит вроде как, ну, качественнее, качественнее. Помнишь, что там должно быть? Есть, Откуда я не помню? Не, я помню, сейчас я тебе скажу. Там ложечка должна быть, стаканчик. Не, да вроде. Не, и должна быть и ложечка, и стаканчик. Это внутри. Да. О. Так, я же растерялся. Нормально. Тут все чистенько, да, ровненько. То, что бывает, знаешь, и возвратное. Резинки на местах. Да, да, вот это фирменный тен, они говорили, что он выглядит именно так. Ну, что вы... Керамика, да? Можем проверить, включить. Да, я думаю, работает. Я думаю, тоже. Вот это, видишь, вот это она на многих видел. Да, это пайка. Да, это паят. Вот эту вот штуку припаивает, она... Слушай, ну такая прикольная. Послушай, да. Сташевского. Хотел сказать Сташевского. Этого. Как его, который. Все для тебя, рассветы и закаты. Ну ты заценил? А еще нет. Еще нет. Это можно заценить. Такой надо же поэтому. Не-не-не-не. Да. Подожди, не-не-не. Вот как раз. Вот так. А теперь поворачивай и переодевай, да. Да? Есть? Да. А ты не закрыл, что ты? Смотри. Ты ж книжку положил, она на дне лежала, ты ее кинул сюда. Книжку положил. Сверху оденем, а потом перевернем. Оно не вывалилось там. Ну ты ж тут провтыкал, надо же было резко это одеть и перевернуть. Ничего. Под этим, уп, под давлением. Это не пасочка. Ну какая пасочка, при чем тут пасочка? Ты чё, что? Ну, может, мультиварку там вот так. Скотчика нет. А гарантийки у нас все. Все на месте, да? Века.
внутрях. Все, что надо. Просто не подскочит. Сейчас, все. Ребят, мужички, а можно это? У вас скотч есть? Пожалуйста, тут надо одну штучку пройтись. О, спасибо, давай. Да не, просто бывает, знаешь, мало ли, вдруг там сейчас что-то, ну, такое случилось. Просто, чтобы не было внешних никаких претензий. Вот так не донесешь. Нет? О, что ж ты? Надо добавить чуть-чуть. А у вас пакеты большие есть на продаже? Большой такой поместится? Давайте попробуем, вдруг. Если нормально скучно. Можно без пакетов. Ты думаешь? Да. Да, нормально. Ну, давай посмотрим. Девушка пошла. А, не, он нормальный все-таки. А документы мне нужно отправить. Обратно? Да, бумажку. Ты запаковал, да, конечно. Да. О, сколько этот кулек стоит? 5. Я спешу. Не снимай бы, ты помог это вытащить. Помог вытащить? Давай придержу. Держи, вот. Я потом музыку Бенни Хилла добавлю, будем смеяться, смотри. Слышишь? Как это без разницы? Смотри, чтобы лишнее не это. А ну все, что уже есть, вот остроты. Здорово. Какие мы набирать, чтобы была остроты? Давай, это все. Скоро будет второй ходок, нет? Главное вот это. Да? Да. Наверное. Вряд ли. Все, спасибо вам большое. Удачного дня. Гарантийка. Нам главное гарантийка. Да, остальное это все. Это лишнее. Что, тебе помочь?
Да хочу подвязать что-нибудь такое. Чтобы держать за это. Он еще раз подвесит. Не. Вот так вот. Мужчина, помоги, чтобы не помог, подвязывает. Можно вот так вот действительно делать, самого себя снимать, выкладывать. Я снимал с собой события. Ну, да, отлично.